Это Зоа. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Все, что здесь происходит, зависит не от Зоны, а от нас. От нас. Дабл ять. Для того, щоб подивитися на світ під іншим кутом, потрібно знати, де цей кут. Який цей кут? Кожна людина, яка трошечки глибше занурюється в якісь аспекти цього життя, яка ставить собі якісь запитання, на які хоче отримати відповіді, так чи інакше приходить спочатку до книжок, а потім до бажання спілкуватися з такими, як сам. Але з тими, хто тобі може дати трошечки більше, ніж інші. Ніж ті, що оточували тебе раніше. Періодично навіть ти відчуваєш, що починаєш змінювати коло своїх друзів. Деякі люди зникають з твого життя, деякі люди з'являються несподівано. Вибачте, що далі я буду говорити трошечки про себе, але коли ми робили на каналі TVI у 2014 році програму з аналогічною назвою, програму «Дабл ять», до мене в Фейсбук постучалася людина. І я побачив, що там по Фейсбуку видно, звідки пишуть тобі, що писала ця людина з Індії. Тобто, перебуваючи в Індії, людина якимось чином побачила нашу програму на каналі TVI, тоді революція була в нас, і вийшла зі мною на контакт. Звичайно, мене це зацікавило. Наше знайомство потім продовжилося. І от зараз ми дійшли до того життя, що ця людина зараз сидить переді мною. Це Юрій Войцехівський, філософ, психолог, експерт соціальної психології. Вечір добрий, пане Юрію. Добрий вечір. Чому, от, ви знаєте, я таку предісторію трошечки тут дав зараз в ефір, для того, щоб люди зрозуміли, хто ви, звідки, ну, хоча б трішечки. Тому що, здебільшого, нам доводиться спілкуватися з такими, як ми. Тобто, коло друзів, знайомих по роботі і так далі, мало від тебе самого чимось відрізняється. Ви тривалий час, ми можемо на ви, так? Можна. Проживали в Індії, в Непалі. Тепер повернулися вже кілька років тому в Україну, так? І позиціонуєте себе як філософа, як психолога, як експерта соціальної психології. Для того, щоб стати філософом-експертом, потрібно змінити картинку і пожити там десь, от в Індії, в Непалі? Ну, вопрос індивідуальний. Тобто, кожен йде к этому состоянию самоідентифікації в даному плані своїм каким-то путем. Мой путь був от такий, да. Был этап, когда я пытался понять, кто я сам такой, ответить на какие-то такие для себя значащие глобальные вопросы. И в результате, изучая ту информацию, которая доступна в нашем таком европейском академическом плане, я бы так сказал, я пришел к выводу, что корни, будем, апологетов философии и психологии современных тянутся на восток. Угу. Вот. Это было мое субъективное заключение, вот, и мне было интересно, откуда там эти вещи взялись. Вы сказали зараз, что было бажання зрозуміти, кто я такий. От в кожного, можливо, серед тих, хто зараз нас слухає, таке бажання періодично виникає. Це нормально для людини, яка розвивається? Ну, да. От, ключовий момент здесь для людини, яка розвивається. Тобто, статистика говорить, що подобні питання посещають далеко-далеко не кожного чоловіка. А в чому суть цього запитання? Хто я такий? Потому що... Я такий, от, я Олександр Лірчук, в мене є паспорт, в мене є там код ідентифікаційний, в мене є адреса, в мене є там якийсь сімейний стан. Це хіба я не відповів на це запитання, хто я такий? Ну, будем так говорить, не всегда подобные ответы удовлетворяют, и далеко не всех. Дело в том, что человек достаточно сложное, непонятное существо. Мы сейчас, да, вот вы говорили, там, квантовый компьютер и все дела, вот, но... На уровне самопонимания, что такое человек, что такое представитель вида гомо, да, на сегодняшний момент это, ну, человечество очень дает заднюю, пытаясь ответить на эти вопросы. Мы боимся отримати відповідь на це запитання? Да, да. Я думаю, что именно вы правильно дали заключение, что есть определенные
категория таких глубинных страхов, которые блокируют человеку попытку смотреть вовнутрь себя, угу. пытаться понять, кто он такой есть. Вот, потому что... Що ж він там може побачити? Той, хто ставить собі це запитання і в дійсності подивиться всередину себе. Він може побачити те, к чому він совершенно не готов. Він може розрушити те, що він так кропотливо строїв всю свою сознательну, а в більшій частині безсознательну життя. Ну, тобто себе. Что, то есть человек – это индивид, да, в каком-то момент он может претендовать на статус личности. И что это такое? Ви зараз знаєте, ви зараз трошечки ображаєте нас, простих людей. Я говорив сьогодні про простих людей. Не хочеться бути простим, але десь я все ж таки простий. От ви кажете, що ми безсознательно строїмо свою життя здебільшого. Я вже ж так. Ну, не можна так з людьми. Ми сознательно, вроді би. Ну, вопрос тільки в тому, що ми маємо в виду, произнося подобні слова. Що таке сознательність чоловіка? Ну, я как бы немножко в курсі современних тенденцій относительно того, як современные філософи, психологи, нейрофизиологи пытаются интерпретировать подобное как бы состояние, и, в общем, ответы очень неоднозначны. То есть это, в общем-то, на сегодняшний момент для людей вопрос открытый. Вот, что мы считаем сознательностью? Что-то, чем, исходя из там, современных представлений о сознании человека, да, как отличить информированность, например, от сознательности. Вот я о чем-то знаю или я осознаю то, что я знаю. Знание и осознание – це різні речі. Це трошки різні речі. От я знаю, що підвищується незабаром в Україні ціна на горілку, на сигарети. Вибачте, таке от банальне порівняння до життя наближене максимально. Я знаю це, що, можливо, підвищить ціну на ці продукти. А осознать я це можу? Осознать ви можете, но для этого нужно одновременно удерживать вниманием себя как некую систему, которая способна воспринимать вот эту информацию, различать, и самое главное, чтобы мы понимали, по каким протоколам наше вот это сознание, да, вот наш ум, по каким протоколам он анализирует эту информацию, потому что для человека вопрос не в информации. Вот мы сидим здесь, слушаем музыку, слушаем какие-то новости и все остальное. Для чего мы это делаем? Ведь основной, как бы, скрытый вот этот бессознательный месседж всех этих действий – это наша эмоциональная реакция на это. Здебільшого, слідкуючи за новинами сучасними, не тільки в Україні, а взагалі у світі, я відчуваю, що їхнє завдання – це навмисно чи не навмисно робиться журналістами. Ну, я сам журналіст, пропрацював багато років на телебаченні. Ми намагаємось підвищити власний рейтинг, рейтинг себе як ведучого або власного ЗМІ, і тому орієнтуємось на новини, які здебільшого лякають людей. Так? Тобто зараз, навіть читаючи стрічку новин або дивлячись новини на телебаченні, відчуваєш, що їхнє головне завдання людину вивести з рівноваги. От в мене така думка, в мене такі відчуття. К сожалению, это так, потому что есть определенные законы, по которым работает наше вот это сознание. Да? И когда-то люди заметили, что самое главное, что не важно, что о тебе говорят, важно, чтобы о тебе говорили. Вот. И есть принципы, по которым мы запоминаем любую информацию, которая так или иначе доступна нашим органам чувств. И оказалось, что самым легким способом, чтобы вас запомнить, вас нужно вывести в стрессовое состояние. То есть так работают законы эволюции. Таким образом развивались, что в первую очередь живое существо и человеческое существо в том числе, оно отрабатывает в первую очередь индивидуальный инстинкт самосохранения. Ну, то есть, чтобы жить, нужно иметь, так сказать, подходящее тело, чтобы оно
з мінімальними там проблемами передвигалась. Тобто ми зараз постійно весь світ, і це відчуває, напевно, кожен з нас, живемо в такому підвищеному стані стресу. І завдяки глобальним ЗМІ кожна подія, яка відбувається десь в Пакистані, в Туреччині, в Індії, десь там в такій країні, як Ірак, щоб там десь не сталося, ми про це знаємо, так? До нас ця інформація доходить, і раніше, от там 100-200 років тому, люди здебільшого жили таким своїм маленьким світом. І ті події, які відбуваються за тисячі кілометрів, їм були невідомі. А зараз ми знаємо все це. Тобто навантаження оце стресове максимальне зараз за всю історію розвитку людства. Ну, я так би, розумію? Я так би не сказав. Якщо внимательно вообще проаналізувати от такі от... ситуации, да, вот сейчас мы можем сказать, там, да, что происходит в Соединенных Штатах, в Пакистане, Индии, там, в России, и мы на это реагируем. Раньше, поскольку круг информированности у человека был значительно уже, он разговаривал о том, что у соседа одного, а что там в селе напротив, через реку, а що там происходит? Тобто рівень стресу в цій інформації був такий самий, як і зараз, наприклад? Ну, будем так говорити, ті люди, которые вообще придавали значення вот этой інформації, которые, в общем-то, постоянно стимулировали себя подобными вещами, они, в общем-то, находили источники стресса. Этого стресса. Тобто да. И инквизиция, и... Нет, не об этом. Кто у кого там корова умерла, ага. Кто у кого-то там что-то украл, кто кому-то там что-то тобто сказал. Тобто джерело стресу не важливо. Как показывает опыт и, опять же, статистика, на сегодняшний день меняется только формат. Угу. Этой информации, mm-hmm. Откуда мы... То есть мы просто переносим, в общем-то, внимание с одних вещей на другие. Тобто наші пращури там 200, 300, 400 років тому емоціонували не менше, ніж ми зараз. Можно так сказать. То есть, будем так говорить, мы не можем сказать, что сейчас радикальным образом поменялось что-то, что человечество вот просто вошло в какую-то совершенно другую... Слухайте, я от, сидячи в інтернеті днями і ночами, тільки чую про те, що ми зараз переживаємо якийсь особливий момент, що от саме зараз якийсь злам відбувається в соціальному житті, в політичному. Ну, чесно говоря, таких зламов человечество переживало неоднократно, и они происходят практически в каждом поколении. Это обусловлено просто спецификой человеческой психики. То есть она работает по проекции. То есть все, что мы слышим в Индии, там, Пакистане, Америке, мы проецируем на себя, реагируем. Мы проецируем себя туда, mm-hmm. и сразу же этот же инстинкт заставляет нас смоделировать, стоп, а что бы я делал, если я вдруг вот там вот окажусь? И, соответственно, моя реакция, мотивы к моему поведению, как я начинаю организовывать пространство вокруг себя после таких вещей. То есть это все, в общем-то, ну, это понятные вещи. Весь вопрос в том, что, к сожалению, они понятны далеко не всем. И самое главное, что в большинстве своем люди не то, что не знают чего-то, они не хотят знать. Давайте спробуем на телефонный звонок. Давайте. Да. Алло. Алло. Доброго вечора, слухаємо вас, представтесь. Доброго вечора, меня зовут Максим, Одесса. Очень интересный у вас эфир, и как раз вот в отношении стресса вы последнее время говорите. Я слушаю по интернету, может быть, некоторая задержка, но в этой связи мне бы интересно было услышать, чтобы Юрий прокомментировал ситуацию. Сейчас все современные философы, да и только они, говорят о конце эпохи жестких догматических верований, религий. Именно сменяется эта эпоха, как можно охарактеризовать то время, в которое мы сейчас заходим. Совершенно по-разному трактуют ее и научные деятели, философы, духовные искатели, но то, что можно сейчас сказать точно, что мы вступаем в какой-то век абсолютной неопределенности. Мы зашли в зону знаний, где нет никаких твердых истин.
А що ставиться під сумнення? Що це може значити для обывателя? Дякуємо за дзвінок. 237-71-10, наш телефон, телефон Європа Плюс. От я знову ж таки про те, що я говорив, що все ж таки ми в якомусь такому зараз стані особливому знаходимося, якийсь переламний етап. Ну, еще раз, по моему субъективному мнению, ничего нового не происходит. Дело в том, что мы переживаем кризис ценностей очередной. Человечество это делало уже неоднократно. Коли востаннє це було так яскраво? Ну, 100 лет назад. Угу. Вот эпоха индустриализации, Перша наука, світова. Первая мировая, да. Исходя из, так сказать, вопроса, который прозвучал, смотрите, что происходит. Мы там, немножко поглядывая на Европу, да, начинаем там замечать такие вещи, что вот Европа тотальным образом как бы оккультуривается в плане отказа от традиционных религий. Вот, да, но что, смотрите, что происходит с такими представителями рода человечества. Они, с одной стороны, вроде бы отказывались от своего там таких традиционных верований, да, там католики, протестанты, ну, традиционные. Ну, я бы сказал, что они відмовились. Ну, количество... Вплив религии просто зменшился. Ну, это вот посмотрите статистику людей, которые так или иначе считают себя людьми верующими, uh-huh. Вы увидите, что вот за 100 лет там на порядок uh-huh. упала эта цифра. Вот. Но что происходит? Человек находится в неком, пребывая, ну вот просто он взял и разуверился, как говорится. Да? Mm-hmm. То есть вот мы взяли и разрушили ему веру в что-то. Вот. Он это все взял, отбросил, вынес со своего мира и пребывает в некой пустоте. И тут приходят люди, да, вот такой странной внешностью, бородатые, да. Вы на себя натекаете? Нет, я не на себя, я на нетрадиционных, так сказать, для Европы людей, которые исповедуют ислам в данном uh-huh. случае. И что uh-huh. мы видим, да, вот сейчас проблема исламского государства. Uh-huh. Мы видим, сколько волонтеров, сколько штыков они берут uh-huh. именно среди... Что они находят, эти волонтеры, там? Они находят то, что они потеряли. Веру. Они потеряли веру, да. Они, будем так говорить, человеческая психика. Нужно понять, будем так говорить, понять, для чего вообще человеку нужна религия, для чего ему нужна вера. Традиционно, да, традиционно мы привыкли считать, да, что вот есть какая-то высшая сила. А задумывается ли человек на том, почему он так воспринимает это? Почему ему нужна эта высшая сила? Откуда вообще... Потому что он слаб. Это понятно. Откуда изначально у него взялась uh-huh. вот эта потребность в этой высшей uh-huh. силе? Uh-huh. Ведь если, исходя из того, что ничего из ничего не возникает, то откуда-то мы должны найти истоки вот этой необходимости, вот этой ситуации, где есть что-то такое заботливое, большое, знающее, и доброе. Де ж воно? Звідки воно береться? Как вы думаете? Ну, я можу відповісти на це запитання тільки в тому сенсі, що ми таки щось відчуваємо десь якимось шостим там відчуттям. Про третє око ми читаємо в інтернеті. Нам розповідають багато. Нет, нету никакого в этом плане третьего ока. Все очень просто. Для нас, коли мені кажуть, що все дуже просто, я розумію, що не дуже просто. Ні, вот тут вот очень просто, но настолько это просто для вот вообще такого вот линейного понимания, насколько это не просто для принятия того, что я сейчас скажу. Все очень просто, потому что это для нас Бог и религия – это потерянная мама, потерянное детство, потерянное uh-huh. вот это состояние без заботы, uh-huh. когда мы маленькие, когда вокруг нас любовь, когда мы находимся в окружении этой заботы, нас кормят, мы ни о чем не думаем, мы безмятежны. Uh-huh. Потом человек взрослеет, он теряет это состояние, но он теряет, будем так говорить, вот в этой своей сознательной части. Но вот память об этом, она остается. И погружаясь в мир, который достаточно жесток, достаточно агрессивен к человеку, как к любому живому
существу вообще, да, вот в этой мире. Я читав Facebook останнє повідомлення Бориса Борисовича Гребенщикова, він пише, що мир прекрасен. Ну, это вот как посмотреть. Он и жестокий, прекрасен одновременно, в зависимости от того, какими глазами мы смотрим, какое у нас сейчас состояние. Ага. Вот, так вот, потеряв вот это в детстве, мы пытаемся к нему идти, потому что у нас это единственная информация. Вот человек родился, да, у него нулевая память, потом он переживает вот это, так сказать, вот этот возраст свой, младенчество, да, где он переживает максимальные благостные, ну, будем так говорить, в среднестатистическом варианте, да, там бывают всякие исключения, но вот когда вот он чувствует всеми фибрами, как говорят, да, вот это состояние тотального благополучия, вот, и попадая в более агрессивное состояние с кучей вызовов, когда человеку нужно напрягаться, заботиться о себе, об окружающих, бороться за жизнь, бороться за свое благополучие. И, конечно, он спит и видит, как же бы ему вернуться в то, память чего где-то лежит у него. Слухайте, глубоко. Занадто банально все. Нам хочеться вірити в те, що є якісь вищі світи, що ця реальність так побудована не дуже просто, як нам здається на перший погляд, що є речі, які ми не бачимо, але вони існують незалежно від того, бачимо ми їх чи ні. Ну, от в тому-то й діло, що чоловіку хочеться, будем так говорить, його егоцентризм, його попытка самозначимости заставляет его придавать значение банальным вещам. Мы не можем признать эту простоту, иначе окажется, что наша самооценка, да, упадет ниже плинтуса. И это приведет нас, в общем-то, к депрессивное состояние. Нам проще думать, что есть такой глобальный супер... Предиктор. Зараз так пишут там. Да, 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 который за этим всем следит, и обязательно у тебя есть миссия, у тебя там ты выполняешь чуть ли не галактический, космический. Слушайте, ну без цього важко жити. Від цього відмовитись можна. Це треба бути атеїстом? Чи атеїзм і те, що ви зараз говорите, це між цим знак? Нет, атеїст, я, чесно говоря, мені трудно, якщо вот так по-хорошому, да, попытаться охарактеризовать, что такое атеист. Я не знаю. Я знаю, что обычно атеисты очень плохо заканчивают. Uh-huh. То есть, будем так говорить, свято место пусто не бывает. Если ты не в состоянии поддерживать внутренний формат вот этого некой самодостаточности, некого совершенства в себе, то сколько бы ты себя не уговаривал и не отказывался от чего-либо, эта пустота, она когда-то перейдет критический барьер. Так, а ви атеїст? Я вибачте за таке, конкретне запитання. Я не релігіозний чоловік і не атеїст, якщо слідувати із традиційної інтерпретації цих смислів. От знаєте, зараз важко нашим слухачам буде зрозуміти, що ви маєте на увазі. Я не атеїст, але я і не релігійна людина. Тобто ви вірите в щось інше? Ну, давайте так, давайте вот немножко попытаемся придать смысл этим словам, да, атеист и человек верующий. Что такое атеист? Ну вот, атеист – это человек, который верит, в общем-то, в материальность мира, что все, что пребывает у нас на уровне нашего сознания, да, вот наше вот это сознание, душа, как угодно вы это называете, это есть порождение функционирования физиологического контента в виде нашего вот тела. Вот. То есть вот оно выросло, эволюционировало и в конце концов создало вот такую вот... И иде в никуда, изникает в попел. Да, тело ушло, прах. И с этим закончилась вся вот эта красота в нашей голове. Вот. Вот это атеист, да, то есть это человек, который не верит в какую-то... Все зрозуміло, так. Вот, религиозный человек говорит совершенно другие вещи. Он говорит, что материя – это продолжение деяний Бога. Вот, что сначала был Бог, как некая сила, вот, а она в силу своей милости там
и еще чего-то, наверное, я не знаю. Вот, она решила создать этот мир, создать человека, наделить его вот таким вот качеством. А что вы говорите? А я говорю, что моя реальность лежит между этими категориями. То есть мы живем, в общем, в сложном пространстве, где, во-первых, пребывают две функции. То есть, с одной стороны, пребывает то, что мы называем эволюцией тела. Вот, то есть каким образом мы дошли до того, что наше сознание сейчас обруливает нашу физическую оболочку. И есть эволюция сознания. Вот, души, который, как бы сказал, не так? Можно сейчас назвать это так для простоты понимания. Чи то уже застарелый для вас термин? Во-первых, нужно дать тогда понятие, что такое душа. Угу. Вот. И тут окажется, что мы ни к чему не договоримся. Потому что точно так же, как понятие Бога. Да, у каждого он свой. Вот, а значит, что, скорее всего, либо его нет вообще, либо мы вообще о нем ничего не знаем. Вот. Но по поводу переламного моменту, от Максим дзвонив нам, казав, так що зараз ми вживемо в якийсь такий час невизначеності. Люди йдуть від релігії, куди вони йдуть? Люди від релігії йдуть туди, куди їх підводять. От ви говорили там силиконова долина і все остальное. Це попытка создати нову релігію. Вона так или иначе создається. Вот. Сколько она просуществует, неизвестно. То есть история переживала уже неоднократно целые, так сказать, всплески, букеты таких новых верований во что угодно. А як, чекайте, як силиконова? Тобто технології нас підводять до якогось іншого розуміння світу? Ну, человек, почему ему нужен Бог, почему ему нужна религия? Потому что у него возникает периодически, во-первых, целый набор его несостоятельностей, вот, и у него возникает вопрос, почему? Вот, во-вторых, у него возникает целый ряд вопросов, на которые он не может найти ответ. И вот тут вот несостоятельность плюс неспособность найти ответы вступает в очень жесткий конфликт с его эго-статусностью. Mm-hmm. В том, что он же избранник Божий, он главное существо на планете. Бог одарил его божественной, бессмертной душой. А он не может, не знает и не может найти себе раду. И вот тут признаться в собственной неспособности, признаться в собственном недоразвитии, в собственной неполноценности, тот же эго-статус ему не дает. Он не может наступить на горло собственной песни. Ему нужен верховный арбитр, который, так сказать, вот... Тобто таким людям просто легше вірити в будь-яку релігію, приймати якісь догмати, конечно, і існувати в якомусь просторі. Неважно, що і як, йому нужны вот эти функції куда-то делегировать на... Цих людей в цьому можна звинувачувати? Чи все ж таки, як до дітей до них треба ставитись? Ну, а в чому ми можемо... Как мы можем обвинять там животных, собак, кошек, что они что-то не могут делать? Как мы можем обвинять детей, которые там еще растут, чего-то не знают? Это тут бессмысленно что-либо обвинять, кого-либо обвинять. Тобто ви натякаєте на те, що є серед всіх людей, які проживають на планеті, певне розділення інтелектуальне, духовне, деяка частина маленька людей, розуміють трошки більше за інших, а та інша частина, яка, от, як діти, так? Вони завжди пасуть задніх, вони завжди тягнуться до догматичних релігій. А оця от маленька частина еліти, так можна їх назвати елітою, так? Ну, я не знаю, я би так не назвав. Я хочу сказати, що, якщо от по-чесному, да, що із моєго суб'єктивного, опять же, наблюдення, на Землі присутствують дві неравнозначні категорії представителей от цього віду гому, у которых вот это сознание работает по двум совершенно диаметрально противоположным протоколам. Mm-hmm. Одни хотят и принимают ту идею, что когда-то, где-то раньше, где-то в прошлом было вот это сверхсущество, был какой-то рай, которое вот это доброе, любящее Эдем. Существо, да, Эдем наградило этого человека, а потом человек в силу своей
Греховности, грехопадения. Непонятно чего, да. То есть каждый там обвиняет, кто женщину, кто мужчину. Как... Яблоко. Яблоко, разбора, на ваших телефонах. Змея, да, искусителя. Обязательно должен быть виноватый в этом плане. Человечество потеряло вот этот рай, да, вот этот Эдем. И оно всячески, вся его жизнь заключается в том, что оно хочет, на самом деле, вот эти люди, они пытаются жить в прошлое. Uh-huh. То есть их сознание пытается свернуться вот туда, в ту далекую, сивую... Цим и пояснюються результати виборів у Російській Федерації? Єдина Росія, КПРФ і ЛДПР. Цим пояснюється не тільки вибори в Росії. І в Україні. В Україні, посмотрите, Америка зараз, да, Трамп. Дивує Америка. Да, дивує. І оказывается, що не, в общем-то, все замечательно і у них в этом плані. Это просто, это здесь національності вообще не играют никакой роли. Это просто присущий человеку. Хто ж ті, в кого, яких менше і у яких, як ви сказали, мозок працює за іншим протоколом? Ну, прежде чем сказать, кто они, хотелось бы сказать, как же у них работает это сознание. Так вот, если вот подавляющее большинство... Ох, пытается... у нас телефонный звонок. Давайте спробуем почути людину, а потом продолжим. Добре? Добре. Алло. Алло. Добрый день. Доброго вечера. Представьтесь. Я хотел бы задать вопрос, но, я так понимаю, уже эфир пошел. Так, так, слухаем вас. Мне нужно задать вопрос, а потом... Вы слухаете нас трубку, приймач вымкните. Ага, понятно. Ага. Вопрос такого плана. Много говорится о том, что сейчас на Украине нужна национальная идея. Для того, чтобы она стала основой государства Украины, которое должно построиться в ближайшее время. При этом лучшие философы мира говорят о том, что государство построено на национальной идее, обречено на тупик. Где противоречие? Ага, вот так вот. Бачите, мы с вами про какие-то высшие материи, а люди ближе до... От... До реальности нашей, до Украины, вот национальная идея. Ну, я отвечу, закончу этот и перейду, потому что, в принципе, это вещи, которые недалеко противоречат там, друг другу. Мало того, они, мне кажется, напрямую дополняют одну другую. Итак, чем же отличается сознание вот тех других? Они каким-то своим шестым чувством, я не знаю, тут я не буду сейчас там глубоко вдаваться в отсутствие времени. Так вот, на самом деле, они не, каким-то образом не воспринимают вот эту ретроградную реальность, вот этот поиск вот этого рая где-то там, где мы его потеряли. Тобто їх, них... їх тут все влаштовує? Нет, їх тут ничего не устраивает, вот, ну, постольку, поскольку. Но они знают, что они меняются. То есть они видят, что они изменяются, что в зависимости от того, куда они прикладывают свои ментальные, физические усилия, вектор своего внимания, на какие темы, что они прокачивают, наполняют знанием, каким образом они этим знанием воздействуют на себя и на окружающее пространство вокруг себя, это пространство меняется. Они замечают эти изменения, и соответствующим образом они смотрят вообще, вот, оценивают смысл своей жизни и, тобто, как бы, своё змінюються... предназначение. Вони змінюються не тільки внутрішньо, вони і бачать зміни навколо себе? Да, конечно, конечно. То есть они видят, то есть человек достаточно рациональное существо, он, будем так говорить, считает реальным только то, что доступно его восприятию. Они видят это все по каким-то вот для них объективным причинам. И они не могут, для них бредовыми кажутся идеи о том, что был какой-то там Бог, который этот, они сразу же начинают обвинять этого Бога во всех смертных грехах, потому что трудно его не обвинить. Вот, это все равно, что, да, там ребенок ничего не знает, да, и мы начинаем от него требовать, что он там что-то не сделал. То есть, если такое происходит, то мы сразу же, так сказать, понимаем, что с теми людьми, которые его обвиняют, что-то не так. Автоматически то же самое мы можем предъявить и этому Богу.
Вот, потому у таких людей тут все спокойно. Вот. Они понимают, что он сам кузнец своего счастья. Он сам тот творец, который может так или иначе заставить свою систему, своего тела, своего сознания эволюционировать или деградировать, в зависимости от того... Це болісний процес? Эволюции на власної свідомості? Это интересный процесс. Вопрос только в том, что насколько он получается. Вот. Если у человека так или иначе что-то положительное, позитивное в этом плане наблюдается, он воодушевляется этим. Почему? Потому что он понимает, что все зависит от него. А через кризы певні обов'язково проходити вот, в плане эволюционного развития власної свідомості? Естественно, кризис это, в общем-то, будем так говорить, кризис, когда возникает кризис? Когда наше желаемое не соответствует действительным. Ага. Когда мы где-то совершили ошибку, куда-то приложили эту ошибку, помноженную на усилия, и куда-то заехали не туда, в результате мы натыкаемся на сопротивление пространства, да, в виде кризиса. Вот. И для нормального здравомыслящего человека это повод переосмысления своих действий. Зараз у багатьох людей спостерігається так в житті якісь такі от кризові явища серед моїх знайомих. Дело в том, что опять же, это происходит у каждого человека. То есть, это не повязано только с курсом доллара? Нет, это не повязано с курсом доллара. Это каждый человек, то есть психологи знают такие вещи, это называется кризис среднего возраста. У некоторых он начинается там в 20 с чем-то, у некоторых в 40 с чем-то. Человек иногда переживает несколько таких кризисов. Вот, и это абсолютно нормальное состояние. И все вот эти апокалиптические идеи, которые возникают у него в сознании, вот, да, если мы вот опять же начнем изучать историю, то мы увидим, в каждом поколении находятся пророки, которые предвидят там конец света, все. Потом, почему? Потому тобто, что для наших, для наших слухачів, можу зараз сказати, ми можемо сказати сміливо, якщо ви зараз в своєму житті переживаєте кризу, вам погано, вам внутрішньо якось некомфортно, вам погано спиться, чи там щось таке інше. Тобто ви просто трансформуєтесь. Ну, я бы так не сказал. Не всегда это трансформация. Вот. И, я бы, если можно, я бы ответил на вопрос, а потом, потому что вот, этот, вот эта тема, она сложная. Она сложная, почему? Потому что кризис человека возникает на конфликте его самого с его самим. То есть, когда его вот эта не совсем умная сознательная часть, условно сознательная, встречается с сопротивлением того, что называется его бессознательная часть. То есть, тот он, который о себе очень мало или почти ничего не знает. Мы про национальную идею забыли. Да, так вот, кризис национальной идеи. Я полностью, в общем-то, поддерживаю мысль слушателя нашего вот, относительно того, что будем так говорить, человечество, чтобы выйти на новый уровень, а у него еще, в общем-то, есть шанс это сделать, оно должно переосмыслить некий формат самоорганизации себя на уровне вот этих социальных структур. Если раньше, в общем-то, работал формат национальности, то последние 100 лет, когда мы вошли в формат вот этих мультикультурных, мультинациональных социумов, когда, ну вот, смотрите, украинец, да, чем он, чем вызначается его украинскость? Походженням. Походженням, ну, тут... Де могили твоих пращурів? Ну, опять же, ну, могили пращурів, смотрите, вот есть такое движение, да, в ортодоксальное, у ортодоксальных иудеев называется хасидизм, где, вот у нас есть прекрасный город Умань, да, где лежит апологет, да, вот самый основатель, святой человек для этих людей, и для них, вот, а это Украина, это вроде как, да? Так вот, как тут разобраться? Как мы будем делить эту Умань, между кем? Ну, Украина завжди была мультикультурной. Вот, вот. Так вот, вот здесь вот нужно четко для себя развести вот эти понятия, что
на самом деле понятие «украинец» – это, в общем-то, абстрактное понятие. Вот. Это просто суб'єктивна самоідентифікація. Слухайте, ми зараз заходимо на таку небезпечну таку крикий такий лід, знаєте, от зараз те, що ви сказали. Кого небезпечний, для кого безпечний. Дело в том, что если мы будем дальше продолжать молчать об этих вещах, то мы будем дальше продолжать жить вот в этом симулякре. Це стосується не тільки українців, це і американців стосується, ірландців, росіян. Сейчас, если мы внимательно проанализируем вообще все, что происходит в мире, то мы видим кризис вообще вот этих национальных, условно говоря, идей. Даже внутри мультинациональных социумов. Да, потому что вот, например, что такое национальность американец? Да, там все. Ну, кого там только нет, да, и все они считают себя по национальности американцами. Но внутри и хочет вот Трампа. Этого этноса, да, ну не все, слава богу, не все хотят Трампа. Вот, они все считают себя американцами, хотя каждый из них, там, да, ирландцы, ирландцы, поляки, там, афроамериканцы. Так и украинцы, может быть, и евреи, и цыган. И... Вот, вот, вот. Тогда вопрос, что же такое украинец, да? То есть, оказывается, исходя из ваших слов, мы не можем себе позволить по месту рождения, да, вот эмигранты, да, вот человек эмигрировал, приехал на территорию, принял культуру, там все, принял этот социум, живет по его законам. То есть, украинец – это идея? Украинец – это непонятно что, честно говоря. Почему? Потому а американец – это понятно что? Тоже непонятно что. То есть национальность, она определяется по-хорошему только тем, в какие идеалы, какие идеалы она поддерживает, какие идеи она… А не по крови. А не по крови. Это все не работает уже давным-давно. Почему? Потому что если мы сейчас, да, там мы сейчас, вот у нас война, да, и мы пытаемся вызначить и свою украинскость, да, и мы там обвиняем, ну, некоторые из нас там обвиняют в проблемах украинцев, да, кого угодно, только не самих украинцев. Но если мы внимательно посмотрим на всех тех, в общем, предателей, да, посмотрите, сколько там этих фамилий, да, с той стороны, которые сейчас воюют против нас. И как с этим быть? Вот, то есть, ну, вот это реальность. Вот это реальность, которая, в общем-то, говорит о том, что мир намного сложнее, чем простота нашего ума, которым мы пытаемся смотреть на эти вещи. Вот, что нация, в первую очередь, рабочая нация, да, вот смотрите, какие ведущие нации вот сейчас в мире задают тренд вообще вот этой человеческой популяции? Ну, кто? Ну, США. США, да. Что, за что, что такое США? Что это нация? Какой... Сбеговицкой эмигрантов. Нет, я не это хотел сказать. Я хотел сказать о том, что если вы вот по-хорошему спросите нормального американца, что такое Америка, что такое американец, да, то это человек, который блюдет свободу и демократию в мире. Угу. То есть это миссия. Их миссия поддерживать вот эту статусность, вот этих принципов, символов. Вот. У нас залишається 4 хвилини. В чому може бути місія українців? В тому, що на сьогоднішній день місія американців закінчується. Тобто вже те, що працювало у них 100 років назад, зараз вже плохо працює. Не знаю, хватит ли нас времени для того, щоб я как-то, так сказать, попытался объяснить свои слова. Вот. Вот смотрите, вторая нация, да, которая, в общем, для нас очень часто сейчас параллели проводит. Ага. Евреи, да, ага. Израильское государство, да. Они тоже избранные, они тоже несут какую-то свою миссию. Ага. У Украины нет никакой миссии. Мы повинні... Ми повинні її створити? Конечно, з нуля? Конечно, конечно. Ми должны, щоб нація существувала, должен появиться некий высший метафизический идеал, некое состояние избранности. И если вот мы найдем вот эту избранность, если мы ее осмыслим, если мы
она будет живая, то есть не просто мы создадим какую-то химеру, какую-то иллюзию. Если это будет иметь отношение к реальности, и каждый или большинство почувствует это, да, вот Майдан, вот відчував я там. Да, я вот был там. И оно было и где-то прошло. По крайней мере, оно не стало актуальным для нашей сознательной части. Мы это чувствовали, но не до конца понимали. Мы недоосмыслили. Так вот, нация состоится, когда мы осмыслим, когда мы сможем себе подобным, своим товарищам объяснить от начала и до конца с точки зрения какой-то понятной для нас логики, что и за что мы воюем. Сейчас вот это наша как бы... Можливо, ми зараз в процесі цього усвідомлення. Можливо, но для того, но пока у нас плохо, чесно говоря, получается. У нас залишається буквально 40 секунд до завершення нашої програми. Якось так, знаєте, трошечки песимістично ми завершуємо її. Хоча ви бачите прогрес, світло в кінці тунелю. Ну, я точно вижу. По крайней мере, для человека разумного, в хорошем смысле этого слова, у него всегда есть чем заниматься. То есть это всего лишь этносы, национальности и тому подобное. Это всего лишь одежда, да, в которой живет что-то большее. Мы одни приходим в этот мир, и мы одни уйдем с этого мира. Все вот эти оболочки, они останутся вместе с этим телом здесь. Вот. И, в общем, хорошо бы подумать, что же приходит и что пойдет дальше. Кожного понеділка та середи з 19-ї години на Європі Плюс. Ми намагаємось подивитись на світ під іншим кутом. У програмі Олександра Лєрчука «Дабл'ять».